Ярославские кудаисты привезли 4 медали разной пробы с чемпионата России. Он прошел в Москве. В турнире приняли участие более 250 спортсменов. Главную награду в женской части соревнований завоевала Ярославна Арина Григорьева. В финале она одолела другую представительницу нашего региона, Ксению Румянцеву из Углича. Первый раз, когда я поехала на чемпионат России, я проиграла в первом бою. Когда выездила второй раз, я заняла второе место. В этот раз первое. Было дополнительное время, 2 боя. Вот. Но по очкам никто не выиграл, мне дали победу только за активность. Еще 2 награды в категории 200 единиц завоевали Максим Николаев и Данила Мараухин. В их активе серебро и бронза. Всего Ярославской области на турнире представляли 18 спортсменов. Следующий старт уже в начале мая. Кубок губернатора. Розыгрыш пройдет в Мышкине. Я доволен. Конечно, мог бы лучше, старался, но в финале не получилось сделать то, что хотел, и поэтому проиграл. Последние 20 секунд надо было идти за баллом, но я не смотрел на время и как-то проглядел этот момент и бился как в обычном. До главных наград не хватило выносливости. Надо больше тренироваться, чтобы стать сильнейшим. На чемпионате России это моя 2-я медаль. Собираю коллекцию. Следующий год будет 1-е место.